понедельник в Самарской области ожидается ясная и малооблачная погода, местами небольшой дождь. Днем температура будет 7-10, выше 0, ночью минус 1, плюс 1 градус. Ветер будет дуть северо-западный со скоростью 2-4 метра в секунду. В Сызрани ясно, днем плюс 10, ночью 0 градусов, ветер северо-западного направления 3 метра в секунду. В Тольятти ясное небо, днем плюс 8, ночью плюс 1 градус, ветер северо-западный 4 метра в секунду. В Самаре небо в облаках, небольшой дождь, днем 9 градусов тепла, ночью минус 1. Ветер северо-западный 4 метра в секунду, атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба, влажность воздуха 60%. Прогноз погоды предоставлен независимым городским сайтом samara24.ru.